Смотрите, что происходит с девушками после участия в забеге на каблуках от Космополитов. Смотришь на них и понимаешь, что все в жизни только начинается. Красивые улыбки, завистливые взгляды тех, кто считает, что они не настолько успешны. 108 и 18. Девчонки, мне кажется, что в честь вас переименуют сити-центр. Вы фитнес-инструкторы. Мы ждем и проводим постоянную регистрацию участников в белой гламурной палатке. Все то, что происходит сегодня, называется «Космополитен забег на каблуках». У нас есть шоу-группа. Вот вы думаете, что мы девчонкам по $15 заплатили, и они настолько активны? Нет. Хорошее настроение бьет ключом. Поэтому настолько все активно. Самый гламурный и амбициозный проект, где каждая девушка может принять участие и проверить свою физическую форму. На территории торгово-развлекательных центров Киева, Львова и Одессы участницы совершают забеги на 100 метров в своих любимых туфлях, на каблуках не меньше 9 сантиметров, футболках с лозунгом «Мы против рака груди» в поддержку всемирной борьбы с раком молочных желез. Мы-то с вами действительно боремся против этого коварного заболевания. Не знаю почему. Такое ощущение, что вы танцуете, и все, кто даже хотел принять участие, сначала зарегистрироваться, смотрят на вас и думают: «Господи, лишь бы этот танец не заканчивался».